Нахрена гость живет в Нью-Йорке и Калифорнии, да еще и в крупных городах? Кук, скажи ему, что это кринж ебаный, нормальная американская жизнь вне больших городах. А что мне делать в небольшом городе в Америке? Ну, у меня просто в Нью-Йорке, На в охоту, конечно. Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе все друзья, все, кого я знаю, тут как бы есть чем заняться. А если я перееду в какую-то глубинку, так называемую, американскую, ну, я там, наверное, блядь, что я там делать буду? Я с ума сойду? На охоту Это просто ходить, сидеть дома. на рыбалку. На рыбалку. Ну, типа, не знаю. Как бы, да, дешевле, конечно, раза в два, чем в Нью-Йорке. А может и в три. Но, тем не менее, здесь как-то поинтереснее будет в Нью-Йорке. Да, дорого. Это, конечно, минус. Но что поделать-то, блядь? Ну, просто имеет смысл сравнить ренту и просто прикинуть, как бы в каком доме за те же деньги можно жить, Да. если ты в маленьком городе. То Это есть факт. там, в принципе, Спорить за не те буду. же деньги можно себе такие хоромы отгрохать, что к тебе из большого города будут твои друзья перебираться, нахуй. Я не знаю. Я все равно не понимаю людей, которые по своей воле в большом городе. Я как бы намереваюсь как можно скорее подкопить денег и обратно сдриснуть в сельскую местность. Я сейчас волею судеб во Фримонте застрял. Так Ну, что плюс опять же, опять. да? Я ж приехал в Америку, как переехал тогда. Я же не мог сразу переехать в Огайо какой-нибудь. Ну, как бы я там вообще... Поэтому, ну, я начал с Нью-Йорка, потому что здесь проще всего начать. Ты приезжаешь, тут как бы есть районы определенные, да, где много русскоговорящих. Там тебе из квартиры помогут, там и со всем остальным. Так и было. Первое время, как бы, ну, таким, как мне, дурачкам, да, у которых еще и проблемы с английским, проще всего именно с Нью-Йорка начать. Ну, или с того же Ну, это Лос-Анджелеса. правда, да. Вот и Ну, все. это правда, да. Ну и опять-таки, если важна ночная жизнь, то в маленьких городах ее тупо нет. Поэтому, да. Это как бы мне-то поебать на количество баров, клубов и прочей хуйни. Она мне просто не нужна. Не, мне надо тоже насрать. Да? А, окей. Да. Потому что для огромного количества людей это важный фактор такой, типа, если нету потенциала для бархоппинга, когда за один вечер, блядь, там три бара обойти, и чтобы они разные всегда были, то, ну, как бы, да, многим людям не интересно. А мне норм, мне вообще поебать. Меня как бы радует, что там я, когда жил в Кламат Фолс еще в южной части Орегона, в сельской местности, соответственно, выходил просто на крыльцо. У меня, блядь, олени пасутся возле дома. Просто жрут газон и все. Типа, это да, это заебись. Так, идем дальше. Но я не Кринж. буду говорить, кто у меня пасется тут у крыльца. Тоже Да. определенно олени ходят. Да. Есть такое. Не очень выгодный обмен, на самом деле. Я бы, блядь, оленей предпочел.